что ж, граждане, мы мчим уже с Савиком на трассу. Накакали на лобовое стекло мне птички, значит, сегодня будут бабки. Серьезный водитель у меня сегодня, да? Здесь у нас тренировки, а здесь у нас, ребята, строительство нового домика, стартовая новая арка, первая сборка получается. Я надеюсь, все получится у нас. Смотрите, какая штука алюминиевая. Ух. Вот так вот. Это должно быть нирвана, и ручником там больше надо пользоваться для того, чтобы, допустим, дать наоборот больше угла. Как бы, то есть вы же ручником используете для того, чтобы провалить, как бы, заднюю часть автомобиля. То есть это как бы разрешается, но не было, чтобы не было такого, чтобы просто на ручнике там зависли и потом снова оборотов газа как бы оттуда отстреливали. Мы сейчас пометим там зону торможения, чтобы было более понятно. Она будет на самом начале, получается, третьего сектора. Дальше, в принципе, по траектории все верно, так, еще... Что-то какой-то жирок намечается. Да, снимай. Тон готов. Можешь снимать, не ссы. Да, нормально. Да снимай, окей. Снимай, не ссы. Нормально. Нормально. Выставление, короче. И сейчас начнется кулачный бой стенка на стенку. Старинная русская традиция, которую мы воссоздали специально для наших иностранных гостей. Вот эта часть будет биться с той частью до первой крови. Так, а у нас, вы смотрите, что происходит. Брискет Бойс наконец приехали. И теперь наша вечеринка стала намного веселее. Что у нас происходит? Тесты. Тесты дрифт-такси. Как обстановка? Чё? Работает бур? Я насос купил. Он едет. Ну, мы расхождение сделали. Сейчас руль крутится сам, но в арку стало упираться колесо. Надо поднять просто повыше чуть-чуть, да. Ну, короче, я тут готовимся, видите, готовимся. Да, шикарно проехал. Вот такой вот повод. О чем тревоги и мечты? Это все ты, Москва, как заебала меня. Я стою полночи и дня, и впереди стоят менты. Что же мне делать, скажи? Лобатин, сырок, стильный. Не знаю, как он их использует в обычной жизни. Больше всего меня удивляет это вот эти вот блины, потому что то ли она у него такая суперлегкая, но тут килограмм 50-60 просто блинов в машине на всякий случай.